Дорогие мои телезрители, хочу вам представить сегодня электророллер название Esprit. Также есть такой же самый, называется Thunder. Мотор у него 5 киловатт. Скорость у него 90 до 100 километров. Не знаю, проверить не смог, так как роллер достался в неисправном состоянии. Его украли вот тут впереди. Была защитная защита была у него. Ее все ободрали, вырвали провода, вот эти два шли к замку, и посадили его, как говорится, на полную мощность. Но суть дела не в этом. Хочу вам показать его внутренность, так как для меня это самое главное. Это пластика, очень тут много защитного. Все это разбирается, убирается. Покажу вам, как я это сделал. Технические данные вы можете посмотреть все в интернете. Скорость у него 90-100 километров. Батарея у него литиум айзенфосфат. Сейчас мы попробуем до них добраться. Сейчас покажу у этого роллера. Так, вот его название. У него встроенный блок питания. Сейчас покажу. Я все это уберу. Так, вот здесь имеется кабель для зарядки. Идет внутрь вот сюда. Здесь видно. Тут он подключенный. Сейчас покажу, где. Вот у него подключение обычное, как на простых электророллерах батареи. Только здесь идет 220. По кабелю уходит сюда, под низ. Тут блок питания. Сейчас я его вытащу, покажу. Это контроллер. Написано американский, Made in America. Они, видать, хотят все контролировать. Хотя роллер на самом деле китайский. Так, вот есть какое... Значит, у нас приспособление показывает зарядку. Самое верхнее 100%, 8, 60, 40 и 20, ну и ниже 20. Но это показывает, когда уже надо заряжать. Вот такой вот индикатор, по идее, должен работать. Стоит маленькая микросхемка на него. Так, убираем контроллер. Так, вот сюда в сторону. Вот у нас блок питания. Так, стоит на нем 198-242 вольта, 85,6 вольта, 10 ампер зарядка. Так, посмотрим, что у нас там дальше. Вытащим его сюда вниз. Так, я тут подготовил уже. Тут вот стоят 6 рядов батарей. Сейчас мы включим свет. И посмотрим. Вот так вот хорошо видно. Вот один ряд, второй ряд, третий, там четвертый, и вот так сюда до конца. Вот это шестой уже последний. Вот они. Хочу показать. Тут вот есть платка. Она для... На каждой батарее стоит своя плата для зарядки батареи, чтобы она, как говорится, и заряжалась, и разряжалась в полную силу, работала, как говорится, как положено. Тут вот. Так, вот и платки мои. Вот вы видите, одна платка. Сейчас достанем вот вторая сгоревшая. И вот так на каждую батарею идет своя плата. Батареи 3,2 вольта. 40 ампер. Очень мощные батареи. Могу вам показать с тундры. Есть тоже похожий электророллер. Вот такая пачка батарей стоит. 4 штуки, так же, как и в этом. Но немножко, конечно, другой формы. Ну, такие же 3,2 вольта, 40 ампер.
Вот так они упакованы, скручены вместе. Вот то же самое тут идет скрутка. 4 штуки. 4 и так далее. Так, на чем еще хочу остановить внимание. Вот он, BMS. Контроллер самый. Для батареи стоит 72 вольта. Черточка. Ты знаешь, что он работает для этих батарей специально. Так, тут вот есть такой штекерочек. Сейчас вытащим. Для подключения компьютера. Не знаю, делал кто-нибудь это или нет, но мне не довелось. Так, что тут еще есть интересного? Фары. Фары, ничего интересного там, кроме одной лампочки. Кстати, оборудование очень простое. Вот замок зажигания. Вот два провода. Вырвали у меня их. Вот они два, желтенький, красный. Идут вот сюда на замок. Больше там ничего абсолютно нету. Два проводочка на сигнал идут. И вот реле поворота. Все, больше тут никакого оборудования, абсолютно ничего нету. Так, моторчик у нас. Смотрел уже, на нем ничего не написано, как на других роллерах. Но вообще мощность у него 5 киловатт. Ну, так ли это на самом деле? Зря бы, наверное, не писали. Будем верить на слово. Ну, вот такой вот обзор. Кому интересно, пишите. Что-нибудь еще новое захотите узнать. Можем разобрать, посмотреть. Не проблема. Если у кого-то есть идеи, как восстановить аккумуляторы. Простоял 2 года. Так что батареи можно уже выкинуть. Показывает 0 вольт. Пробовал заряжать. Никаких эмоций, как говорится. 0. 0 внимания. Спасибо за внимание. На этом все. Пока.